Теперь поговорим о секретах стройности и работе над животом и бедрами более капитально. Вот этот комплекс как раз позволяет это сделать. Итак, первое упражнение. Мы с вами ложимся, приподнимаем ножички, разводим их и опустили. Подняли, стукнули, опустили. Стукнули, опустили. Стукнули, опустили. Стукнули, опустили. И так делаем до легкого утомления. То есть здесь уже нету, что мы делаем 20 движений, а потом отдыхаем. До легкого утомления. Это первое упражнение. Второе упражнение. Мы с вами делаем вдох. Хоп. Выдох. Хоп. Выдох. Хоп. Выдох. Хоп. Выдох. Хоп. Выдох. Также это упражнение делаем до легкого утомления. Так, третье упражнение. Мы с вами лежим на боку, поднимаем ногу примерно до угла 45 градусов и делаем оборот. Раз, два, три. Другую сторону. Раз, два, три. Опустили. И еще разок. Раз, два, три. Другую сторону. Раз, два, три. Хорошо здесь уходит жирочек. Подтягиваются ягодицы. Меняем положение. Ложимся. Нога поднимается 45 градусов. И оборот. Раз, два, три. В другую сторону. Раз, два, три. И еще разок. Раз, два, три. Раз, два, три. Здесь можно делать примерно 20 раз в одну сторону, в смысле одной ногой, 20 раз таких движений другой ногой. И как раз у нас будет вот эта часть стройненькая, красивая, что и требуется. Четвертое упражнение. Очень интересно. Мы становимся на четвереньки. Вдох, выдох, вдох, фиксация. Выдох, вдох, фиксация. Выдох, вдох, фиксация. Выдох, вдох. Здесь как раз у нас работают ягодицы, работают мышцы спины. И вот эти все такие вот, как бы сказать, набалдашнички, которые существуют и делают женщину некрасивой. Все это уходит. Теперь все это самое делаем в другую сторону. Опять приняли положение на четвереньках. Выдох, вдох, фиксация. Выдох, вдох, фиксация. Выдох, вдох, фиксация. Раз по 20-25. Но начните хотя бы с 5 раз. Это четвертое упражнение. И одним из секретов упругих ягодиц является то, что вы между булочек кладете 5-копеечную монету и держите. И так и ходите. Сколько у вас получится, там час, полтора, это вы можете сделать самостоятельно. И при этом что получается? Ягодицы постоянно напряжены, и начинается таяние жира. И они приобретают красивую форму, исчезает целлюлит, они подтягиваются, и вы будете очень довольны. То есть положили, придавили и пошли. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Значит, вот смотрите, положили, оп, видите, как они работают, и пошли. Вот, 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 вот. Очень интересное упражнение, в котором статически работают мышцы, и жир тает, 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 тает. То есть выполняйте вот эти вот упражнения, и вы получите красивую стройную фигуру.